масштабами современными. Это 30 гектаров такого ландшафта индустриального, хорошо так сложенного, классический такой вариант. И сразу же, когда мы сейчас начнем с вами проходить на эту территорию, вы поймете, что мы начнем спускаться как бы в яму. То есть перепад уровня города с уровнем завода, он был задуман почти 10 метров. Ну, сейчас культурный слой подрос, где-то 6-8 метров он остается. В разных местах как бы по-разному. Вот. Вот такой, посмотрите, интересный очень рельеф. Естественно, две реки и одна природная река Рудянка. Все это вот формирует весь этот комплекс. Это полный, простите, пожалуйста, полный металлургический цикл, вот, для производства железа, кровельного железа был. Ну, считайте, 300 лет практически проработал завод. Последнее здание, которое было закрыто в 2014 году. Если мы будем с вами быстро ходить, ну, я извиняюсь, что я вас буду немножко спешить, потому что само мероприятие начнется в 2:30. Я вам открою несколько цехов, чтобы вы поняли, что еще здесь не только вот территория такая, но еще и цеха.